Клара Мягкова проголосовать решила досрочно. Сентябрьские выходные проведет на даче. Пока погода позволяет, нужно успеть собрать урожай. Проголосовать на выборах районных депутатов для ветерана труда – дело обязательное. От каждого жителя Самары зависит, какой будет власть в районах, а значит и как будет развиваться город. Новый у нас губернатор старается для людей, будут районные депутаты. Все это идет к лучшему, и, вероятно, и жизнь будет лучше. Процедура досрочного голосования на выборах депутатов районных советов стартовала на всех избирательных участках города. Состояние здоровья, отпуск, командировка и другие причины, прописанные в законе, дают право сделать выбор заранее. Подтверждать их не обязательно, достаточно указать в специальном заявлении. А на избирательный участок прийти только с паспортом. 10 дней, соответственно, со 2 по 12 сентября, избиратели вправе проголосовать досрочно в помещениях участковых избирательных комиссий. То есть именно там, где они проживают, это, я думаю, им будет наиболее удобно. Бюллетени после голосования запечатывают в непрозрачном конверте. На нем ставят подписи два члена избирательной комиссии. Скроют конверты в день официального голосования 13 сентября. На время досрочного голосования до 12 числа избирательные участки будут работать с 16 до 20 часов в будние дни и с 10 до 16 часов в выходные. Марина Кравцова, Артем Сулейманов. События.